вероятно, нравятся звуки. Мне тоже нравится. Могучие армии Азарута остались посреди дымящихся развалин. Запты Штормград. А те же, кому удалось спастись, бежали за Великое море, поведав людям о том ужасе, который наводили на противника оркские полчища. Горя желанием ринуться в бой, орки соорудили военные корабли, чтобы переправиться через Великое море. Они спусковались по сбору мечей и боевым кличам. В предвкушении боя вглядываются они в далекий горизонт и жаждут крови. Вооружившись новыми средствами защиты и нападения союзников, люди поспешили приготовиться к яростной атаке орды. В то время, как заряжались пушки гномов, воины облачались в доспехи и вооружались мечами эльфов. Сейчас, объединившись с новыми союзниками против общего врага, человечество стоит на берегах судьбы и ждет прибытия орды. Все должно свершиться под покровом ночи. Южных сил обороны, и лорд Дредос повелевает вам построить заставу у подножия холмов Кильсбран. Ходят слухи, что мародеры из орков повадились сжать набеги на побережные города в этом регионе. Но являются ли эти набеги частью большого наступления орды, доподлинно неизвестно. Вашу задачу входит обеспечение альянса пищи и новой информации. Поэтому вам предписывается построить не менее 4 ферм. Вы также должны соорудить казарму, чтобы гарантировать безопасность операции в Хисброне. Работаю, милорд. Опять. Будет сделано, пир. Будет сделано, пир. Да. На нас напали. Будет сделано, пир. Есть. Да, милорд. Да, милорд. Есть. Будет сделано, пир. Да. Да. Да, милорд. Да, милорд.
будет сделано, сир. Есть. Да, милорд. Будет сделано, сир. Да, милорд. Да, милорд. Да, есть. Что такое? Опять. Будет сделано, сир. К вашим услугам.